студии Анастасия Проурзина. Здравствуйте! Зима только репетирует свой выход. Во второй половине недели морозы отступят, а температура воздуха повысится до 8 градусов тепла. В среду 6 ноября в Старомосколе пасмурно. Дождь, переходящий в мокрый снег. Днем плюс 3, вечером 1-2 со знаком плюс. Ветер северо-западный с порывами до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 753-759 миллиметров ртутного столба.